Привет, я Дана. Я студентка 4 курса университета КИМЭ, бакалавра иностранных языков ID-19. Я всегда мечтала поступить в университет Казахстана с качественным образованием и активной студенческой жизнью, которая помогла бы мне развить мой потенциал и построить успешное будущее. Если во время студенческой жизни ты хочешь попробовать о самых разных, но всегда интересных проектах, то КИМЭ – это самый лучший выбор. Каждый семестр приносит в мою жизнь очень много опыта и еще больше новых возможностей. А знаете, что еще лучше этого? Новые друзья и полезный нетворкинг, за что я больше всего благодарна КИМЭПу. Я успела попробовать себя в качестве мембера студенческих организаций и студенческого правительства, а также я являюсь сейчас проект-менеджером Yearbook 24. А еще я очень активный сеньор-студент, которому всегда может посоветоваться с фрешками. Каждый профессор моего факультета за годы обучения помог мне поверить в то, что преподавание иностранных языков – это то, что я люблю, и то, что мне интересно. Я с большим уважением и искренней благодарностью жду, что в будущем уже буду их коллегой и смогу вдохновлять своих студентов уникальным подходом к обучению, которому меня тоже научил КИМЭП. Благодаря активной студенческой жизни и знаниям, которые мне дает КИМЭП, я уже успела получить оффер от местной диджитал-компании, которая сразу взяла меня на должность руководителя. А также я успела поработать в финской компании, получив 3 повышения всего за 2 года. Как я все это успеваю? Потому что как только ты поступаешь в университет КИМЭП, ты уже прививаешь себе хороший тайм-менеджмент и навык мультитаскинга. Сегодня я наслаждаюсь последним годом учебы, работы над Yearbook'ом и благодарю КИМЭП за то, что он помог мне развить мои сильные стороны и подтолкнул к осознанию того, кто я есть и кем еще могу стать.